Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Last of Us. Мы выбираемся из здания, заполненного зараженными. В последней серии у нас пришлось пролить кровушку наших врагов. Но в итоге справились. Офигеть! Мы дошли! И мы таки выбрались. Вы целы? Да. Нам пора. Смотри, это мы в ветку метро вышли. Да уж, не говори. Просто везение. Конечно. И оно на исходе. Джо, не напрягайся так. Смотри, хаммер разломанный. Не, вот этот город разрушенный, это просто до мурашек. Я не знаю, меня всегда такие моменты пробирали. Куда нам, Тесс? Капитолий в той стороне. Ты уверена? У меня ощущение, что мы идем наугад просто. Хорошо, Капитолий в той стороне, давайте посмотрим, что в этой. Как обычно. Сейчас придумаем что-нибудь. Help написано. Это внимание к деталям, оно просто подкупает. Просто лучшая игра на свете. Перестрелки. Там кто-то есть. Твою мать. Да вы издеваетесь, что ли? Здесь ясно видно, да, что это болезнь, что им очень плохо, они страдают. Но при этом они не понимают ничего, у них как бешенство. Они кидаются на все. Зачем я сюда иду вообще? Ладно, придется повоевать маленько. Она возвращается быстрее. Быстрее уходим, 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 уходим. Я не вижу там никакого прохода. Надо ли нам туда вообще? Тихо, все. Да не шуми, не шуми, ты ну зачем? Сам бы справился. Паникеры. Бить женщину, даже зараженную, не так сложно. Порядок. Недавно заразились. Только что стали зомби. А значит, их тут много. Пора валить. Так, самое главное, сейчас нам нужно собрать себе новый нож. Хотя бы один. Это на случай, если мы встретим щелкуна. Я думаю, пока оставим. Хорошо, и что в этом здании? Я бы сказал, что ларь можно подвинуть, но тут закрыто. Может, поднимем? А, теперь мы его потащим туда, к грузовику. Выхода у нас не было, по-любому нужно было их убивать, понятно. Залезайте. Надо убираться с этого места. Тут их слишком много.
Джоэл, сюда. Хорошо, пойдем. Ох, как тяжело идет. Давай, 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 давай. Быстрее. Давай, 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 давай. Они близко. Знаю. Так, хорошо, вперед. Так. Давай, давай. Ух. Да не пройду, успокойтесь. Главное, с этой стороны, чтобы ничего не было сейчас. У тебя что-то на ноге. Пройдем через здание. Жесть. Офигеть, жесть. Ох. Главное, чтобы они не были достаточно умны, чтобы найти какой-нибудь обходной путь. Давай искать. Начали тебя иммунитет? Марлин так считает. А как тебя укусили? Где это видно, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе интернат. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Туда полностью закрыт проход. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, у меня инструмента нет. Ясно. Что ли? Марлин, видел, как тебя укусили? Нет. К Марлин я обратилась потом. Она хотела. Так, скорость перезарядки, это мне не сильно нужно. Скорострельность не помешала бы. Сейчас все детали уйдут на это. Отлично. Подожди, а где мои детали? А, у меня он 68, я думал, снизу справа. Так, ну тут уже нужен инструмент. Пожалуй, пока вот так и оставим. Другое дело. Просто подумать, снаружи столько всего, это... Есть что? Нет, ничего. Компьютеры какие-то старенькие такие. В принципе, это мастерская, я думаю, мы тут сможем найти то, что нам нужно. Так. На ножик у нас крепежа не хватает, надо будет изоленту найти. Это у нас хватает, в принципе. А это нам... Ну? Как минимум, одна не помешает, на всякий пожарный случай. Тут вообще просто потолок ушел. В окно никто не вломится, я надеюсь. Не будем светить фонариком, мало ли что. Колокол. Офигеть. Да потише ты, Элли. Простите, я случайно. Смотри, блин. Идем, не отставай. Так, хорошо. Сейчас мы сможем вернуться. Хотя зачем возвращаться? Мы сейчас просто сможем создать себе ножик. Блин, крепежа по-прежнему не хватает. Пардон. Так, а эта дверь идет сюда. Хорошо, что же нам делать тогда? Где же у нас выход? Ну, видимо, тут. Трясем геймпадом. Это как музей, что ли, какой-то был? А пол, смотри, деревянный, поэтому прогнил под тяжестью. Понятно. Черт. Кругом завалы. Что здесь было? Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Я же говорю, музей. Ух ты.
Так, отлично. Блин, я же взял крепеж только что. О, подожди, я его не взял. Вот, теперь точно взял. Хорошо. Кораблик. Круто. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли. Джоэл! Опасно. Я жив. Я обойду завал. Опять они. Тесс? Бегом, бегом. Откуда они взялись? Один поблизости из этих. А на ранней стадии заражения вроде как не видно. Офигеть. Мадам, вы ужасно выглядите. Тихо, 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 тихо. Крепежа по-прежнему не хватает еще одного. С крепежами у нас проблемы. Нет, спасибо. Ножи на вес золота. А кругами, что ли, ходят? Я просто не уверен, что я сейчас взломаю эту дверь и в итоге попаду куда надо. Так, катись оно все. Манекены! Твою мать! Тихо, тихо, тихо. Чёртовы манекены, даже в этой игре хотят меня подставить. Все как всегда, ничего не меняется. Долбанные манекены. Так, надо бы палку, кстати говоря, копалку свою сменить.
страшно-то. Мама мия. Так, куда же они делись-то? Девчата, покажитесь. Здесь снизу явно ничего нет. За стеной кто-то есть, он долбится в стену. Споры кругом, блин. Или это не споры, просто пыль. Наша там, да? Смотри, он какой психолог. Тихо, не кипиши, спокойно, спокойно. У него пена изо рта идет, смотри. Нормально. Да твою мать! Вставай, вставай, Джоэль! Вставай! Давай, Тесс, помогай. Не трогай мою женщину. Еле отбились. Еле, еле, еле. Ох, капец. Фу, блин, капец. Сейчас замотаюсь маленько, девчат, подождите. Мой пистолет все-таки получше будет. Фу, было напряженно, да? Я не могу целиться в этой игре. Никак не могу. Тесс, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Сюда. Пройдем на крышу. Ну а ты как? Нормально? В каком смысле? В прямом. Пока дышишь? Вроде да, только очень часто. Ничего, сойдет. Ну, тогда я нормально. Нашли, блин, обходной путь. Просто посмотрите на эту панораму. А вон и Капитолий. Капец, как далеко еще идти. Цикады. Нам на ту сторону. Как? Наконец-то! Нам туда! Так, ну эта доска, я думаю, нам поможет. Сейчас мы только осмотримся маленько, потому что я поиздержался во время последней битвы. Это была эпичная битва. Ничего не скажешь. Так, ну тут ничего вроде нет. Хорошо. Отойди. Здорово, мужик, такую доску попробуй подними. Ну вот. Только иди осторожнее, она немного... Yeah.
Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... вид зашибенный. Идем туда. Эй, соберись. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Мужик молодец, да? Не трухает вообще. Стержень есть. Да и бабёнка тоже не промах. Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Не знаю, вот ей-богу, это, наверное, смешно, но я бы по такому городу так спокойно не ходил. Я бы ползком на корячках передвигался бы. То уже если что, вот в этом месте, куда ты денешься, тебя убьют, сожрут к чертовой матери. Внутри определенно что-то плохое. Не зря же это все. Так, не проходим. Хотя можем подсадить, может? Нет, тогда, значит, надо вот этот контейнер туда подвинуть. Подожди, а там что? Смотри, какая-то записка. Новое оружие, это мне пригодится. Подожди, это новое оружие? Ого, не хочет брать. Смотри-ка. У него на руке символ цикад. Так, приказы секат. Мы придем, а их всех убили. Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Приказы. Патрулировать район встречи. Не волнуйся. Перед доставкой девочки в очередное укрытие убедиться в отсутствии военных. Проследить, чтобы девочка была накормлена и здорова. Ее безопасность крайне важна для всех нас. Я все равно не верю цикадам. Ни на слово. Это гильзы лежат? Или что это? Похоже на то. Перелезаем. Так, я первый. Как хорошо тут леса стоят. Надо же. Финишная прямая. Офигенно, смотри. Быстро мы добрались, что-то. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Угу. И пошла по центру. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Пистолет-то достань, промокнет. Да ладно, их проблемы. Ни на слово не верю этим цикадам. Хотя, руководитель их вполне неплохая бабёнка вроде. Нет. Нет, нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались.
Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Твою мать. Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Стереть слыха! Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Но иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Это жестоко. Мы знаем, вы здесь! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит! Не отставай, надо уходить. Просто нет слов. Подожди. Пошли наверх. Может, там есть выход. ТСТС. Надо идти дальше. Цель нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Вас понял? Ты, сволочь. Дверь, ты идешь со мной. Господи. Тесса! Тесс! Уроды. Вот-вот ворвутся. Так давай быстрее тогда. Ты со мной? Ох, я сейчас настреляю с этой пушки, конечно. Надо, не знаю, хоть настройку чувствительность поменьше поставить, что ли. Ну ладно. Как бы там ни было, у нас есть пушка. И что теперь? Джоэл! Вижу. Поищу здесь. Ты, проверь там. Да где вы, твари? Шелохнись только. Сейчас шелохнусь. Сам не рад будешь. Что за хрень? Вернись, он вооружен. Это вам за ТЭС. Эй, сбоку заходи. Давай, да, сбоку заходи.
Эй, косары. Этот не встанет. Откуда? Живой, смотри. Так, все, идем, Элли. Нет, не живой. Да, иду. Подожди, патрон надо взять. Если у кого есть. Вот, блин. Все, пошли. Тесс, блин, тесс. Так, ну отсюда мы можем пойти. Давайте посмотрим, что там. Я думаю, прям переть на рожон не самая лучшая идея. За мной, идем. Тут, похоже, ничего нет особо. Хорошо. Как мое оружие. Давайте-ка это возьмем. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Офигеешь просто. Тихо, Элли, тихо. Ну что, разом... Гори, скотина. Да, ты посмотри. Так, пока терпимо вроде. Блин, еще идут. Ты один тут такой красивый? Блин, в шлеме. Наблюдаю. Наблюдай, наблюдай. Скотина, живой, ты посмотри на него. Все это плохо кончится. Плохо.
Вижу, вижу. Не оставляют ни шанса, только бой. Все, пора валить. Вроде выбрались. Смотри, там лестница. Пригнись. И мы идем в метро. Это просто отвратительно. На самом деле очень круто. Ты гонишься. Ой, твою мать. Теперь, я думаю, все метро услышало, что мы здесь. Пригнись. Нет цели. Прием, нет цели. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Сколько вас? Двое? Я двое еще терпим. Я тебя найду. Найдешь, найдешь. Тут нет. Быстрей, 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 быстрей. О, черт! Получите, твари. Вот такой вот я добрый. Говорил, буду доброго отыгрывать. Только мстить. Так, ну что, давайте на этом закончим, наверное. Я знаю, это жестоко, но тем не менее. Эта игрушка дарит эмоции. Мало с какими играми это на самом деле применимо, к каким играм, но это действительно после смерти Тесса остался очень неприятный осадок. Предупреждение в начале о том, что эта игра не рекомендована лицам до 16 лет, оно полностью подходит под эту игру. Эта игра не для детей, это даже игрой ты не назовешь. Это скорее интерактивное кино, в котором ты в главной роли. И то, что произошло в этой серии, это было печально, но закономерно. Увидимся в следующей. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.